В Доме футбола прошла презентация, посвященная результатам независимого международного исследования, проведенного УЕФА совместно с АБФФ. Согласно данным, которые получил Европейский союз футбольных ассоциаций, социальная окупаемость инвестиций, направленных на массовый футбол в нашей стране, превосходит сумму в 71 миллион долларов. Кроме того, чисто экономическое влияние на экономику Беларуси от затрат на футбол ежегодно приносит стране положительное сальдо в 33 миллиона. Профилактика же здорового образа жизни через игру номер один оборачивается профитом в 34,2 миллиона. Также доказано, что игра помогает тем, кто не трудоустроен, не вовлечен в обучение и тренерскую деятельность, а также способствует улучшению образования и созданию рабочих мест. Этими и другими данными, а также деталями и механизмами проведения исследований, журналистами поделились менеджер по деловому развитию УЕФА Лайм МакГроерти и академик Российского экономического университета имени Плеханова Илья Солнцев. Они также рассказали о влиянии аналогичных исследований на развитие футбола и экономики в странах, которые уже использовали SRI в рамках программы UEFA Grow. В презентации также принял участие технический директор АБФФ Дмитрий Косинок и заместитель министра спорта и туризма Республики Беларусь Александр Барауля. По завершению презентации для СМИ результаты исследования были предоставлены руководству АБФФ, а также представителям Министерства здравоохранения и Министерства образования Республики Беларусь.